Семинар-совещание членов Сергиево-Посадского отделения партии «Единая Россия» впервые прошел в таком формате. Участие в нем приняли руководители фракции, партии и поселенческих советов депутатов, а также глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев и депутаты Московской областной думы Сергей Двойных Александр Легков. Об основных направлениях работы фракции «Единой России» в Московской областной думе в 2017 году рассказал Сергей Двойных. У нас в текущем составе областной думы 37 из 49 депутатов – это депутаты члены фракции «Единая Россия». В том числе председатель, два первых заместителя председателей, 10 из 12 комитетов. Это очень такие прочные, крепкие позиции, которые на сегодняшний день позволяют нам реализовывать те самые задачи, которые нам ставит губернатор, которые нам ставят жители. В Московской области достаточно большое количество там различных программ, и на сегодняшний день, и в последние два года наш район участвует фактически в каждой из них. Это такой результат достаточно сложной, кропотливой работы районной администрации, городской администрации и правительства Московской области и Московской областной думы. Сергей Двойных также отметил, что в текущем году депутатами Московской областной думы впервые был принят бюджет на плановый период 2018 и 2019 года, что позволило уже в этом году планировать строительство важных социальных объектов на территории Сергиево-Посадского района. К примеру, на 2018 год запланировано строительство новой школы на 550 мест в районе Зубачева, что позволит решить проблему со второй сменой. Значительные суммы были выделены из областного бюджета и на сферу здравоохранения. Среди задач в этой сфере, к примеру, капитальный ремонт больницы в Богородском. На это предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Около 200 миллионов планируется потратить на ремонт дорог. Самое главное, конечно, моя задача – это работать с жителями. Да? Может быть, жителям всех поселений, которые входят, да, в мой округ, да, где я являюсь депутатом, да, по такому округу. Также касается работы с депутатами, с вами, чтобы доносить эту информацию до жителей. Знаете, вопросов очень много, и действительно, я понимаю, что их можно решить. Совместно вместе с вами мы знаем, какие есть программы. Можно всегда выслушать ваше мнение, ваши наказы, которые нуждаются там, одно или то поселение, что им необходимо. И нам это возможно донести до руководителей и пообщаться на своем уровне, чтобы донести, что действительно это нужно. На прошедшем совещании членов партии Сергиево-Посадского отделения «Единой России» выступил и глава района Михаил Токарев. Перед нами стоят сегодня, на сегодняшний день, три основные глобальные задачи, которые мы обязаны решать. Обязаны решать как члены партии «Единой России», а также обязаны решать как сотрудники администрации. Эта задача – это исполнение майских указов президента, это поручение губернатора. И самое, наверное, важное для нас, главное, это наказы наших жителей. 21 мая, да, наш предпраймериз. Такая подготовка к выборам, и хорошо, что он начал проводиться. И это для нас, для партийцев, скажем так, да, лишний, так сказать, шаг, лишний шаг проверка нашей готовности к выборам. Касается нашего района, городской совет Сергиево-Посада, выборы главы Скоропусковского поселка, советов депутатов. То есть это для нас некая тренировка. Я тоже всех призываю подумать, как правильно это мероприятие тоже провести, используя как для партии, так и для жителей в конечном итоге.